Так, всем привет, с вами снова Яшин Плей, и, конечно же, Яшенко Плей. Мы играем участвовать в спецоперации, конечно, ценовая игра вдвоем. Миссия наблюдателей. Итак, в добрых сложности у нас ветеран. И... Так. И мы постараемся пройти это. Да, уже какой раз проигрываем. То ты, не знаю, то забываешь там кинуть что-то, то укрытие, короче. Кто там вообще? Да, блин. Не знаешь, откуда идет беда. Потому что я стоял сзади столетничество, а ты не опустил. Начинаем. Можно сделать это? Так, родные места. Так, мне не надо ноклип. Так, что ж тут пулемет может взять? А хотя нет, Грента. Так, все, я погнал. Установлены новые цели. Пригвоздим их как следует. Атаковать противника разрешаю. Приказ атаковать, вас понял. Гляди-ка, побежал. Так точно, атакуем. Займитесь этим парнем. Отлично. Так, ну тут надо поаккуратнее теперь. Постройка по азимуту.
Так, у нас... Два там. Есть кто-нибудь? Да, у меня уже стоит. Лечь нельзя никак. Так, давай, уничтожай. Уничтожаю. Проверить сигнал. Отлично, этот готов. Работаем по остальным. Есть контакт. Так, 2 минуты осталось. Точнее, минуты и 50 секунд. Установлена новая цель. Так, как-то здесь так. Так, вертушка, еще одна вертушка. Атаковать противника разрешаю. Вот он снова пошел. Подпалим хвост, ребята. Готов. Постройка по азимуту. Регулировка сканирования по углу места. Разрешаю атаковать. Цель накрыта. Ой-ой-ой, минута осталась. Минута. Ты... Зачисти. Я не вижу там ничего. Подтверждаю, цель бьется. Отлично, этот готов. Работаем по остальным. Все. Или есть еще? Так точно, атакую. Задание выполнено. О, да. Наконец-то. Так, напарник убил 111, я всего лишь 14. Ну что, это видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на Ashenka Play. И всем спасибо за просмотр. Всем спасибо и всем пока. Это все было с позитивом.